Вот в плащах подобных плащ-палаткам. Кто решил такое надевать, чтоб не стать останками остатком? Люди начинают колдовать. Девушка под поезд, все бывает. Тут уж истери, не истери. И реаниматор причитает: милая, хорошая, умри. Что ты будешь делать, век больная, если б даже я чего и смог? И нужна ли ты кому такая, без сего и без обеих ног? Выглядел он жутко и космато, он старался за нее дышать, потому что врач-реаниматор это значит должен оживлять. Мне не спится и не может спаться не за тем, что в мире столько бед. Просто очень трудно оклематься, трудно, так сказать, реаниматься, чтоб писать поэмы, а не бред. Я из хирургических отсеков, из полузабытых катакомб, там, где оживляют человеков. Если вы слыхали о таком, нет подобных боен и в кориде, фору дам, да даже сотню фор. Только постарайтесь в странном виде не ходить на красный светофор.